Более 40 человек погибли в результате наводнений и оползней, которые обрушились на Киншасу, столицу Демократической Республики Конго. Оползень разрушил жилые дома рядом с местным университетом. Люди разгребают завалы в поисках родственников. Этот мужчина потерял 11-летнего сына. Дождь разрушил наш район, погибло много людей. Мы здесь копаем не в поисках золота и бриллиантов, а наших детей, которых завалило. Наши дома тоже погребены. Там было 8 домов, погибло 4 человека. С другой стороны погибли еще трое. И здесь можете видеть состояние дома. Мы не смогли спасти нашего сына. Он один из тех, кого мы ищем. Ливни начались в ночь на вторник. Больше всего пострадали районы Кисенса, Лемба и Монт-Нгафула. В Лембе обрушилось 3 моста и смыло дорогу. Вчера мы смогли раскопать несколько тел, но есть и пропавшие без вести. В том числе мужчина, который держал своего сына, пытаясь его спасти. В тот момент на него обрушилась лавина грязи. Как видите, все в воде и грязи. Моя дверь превратилась в окно. Смотрите, как я захожу в дом. В Киншасе живет почти 12 миллионов человек. Инфраструктура в городе плохая. Наводнения здесь бывают часто, нередко принося сильные разрушения. Однако столько жертв – редкость даже для столицы ДР Конго.